Консул Китайской Народной Республики по образованию Генерального консульства Екатеринбурга ежегодно проводит встречи со студентами крупных университетов близлежащих городов. В этом году делегация впервые решила посетить Юргу. Ведь студентов КНР, обучающихся в нашем вузе, достаточно много. Мы очень хотим, чтобы наши студенты здесь учились хорошо, безопасно, значит, здесь жили очень такой надежной жизни, очень, как это сказать, богатые, значит, не только напряженные, я думаю, что их это учеба, конечно, это как это первая их миссия, но они должны здесь и весело живут и учатся. Говорили о безопасности, правилах поведения и хорошего тона. Также консул затронул вопрос оформления документов, визы, паспорта и медицинской страховки. Сейчас мы четко знаем, что нам нужно делать, потому что наша профессия студент. Поэтому наша главная цель – учиться. И кроме этого, мы знаем, что как нужно формировать документ, важна регистрация, миграционные карты и так далее. Консул успел обсудить некоторые вопросы международного сотрудничества с начальником отдела по работе с иностранными студентами. Такие как перспективы набора студентов из Китая, двойные дипломы и работу программы академической мобильности. В дальнейшем подобные визиты станут традиционными.